Друзья, всем привет! Сегодня я копаю один, и копаю сегодня на побережье в Уэцеке, небольшое курортное место. Сегодня будем исследовать побережье здесь, вернее не побережье, а морское дно. Посмотрим, что творится на море. Через пару минут мы туда выйдем. Ну вот, погода поменялась. Блин, волна, короче, вышла. Да, не самый хороший признак. Ну да ладно, хоть походим где-нибудь возле берега. Как раз восход солнца застали. О, как все нехорошо. Ладно, попробуем походить как есть, раз уж приехали. Несмотря на волну, у нас есть даже и находка. Первая монета. 2 евроцентика. Но будем тут, вроде как, у побережья тут есть яма. Сильно здесь напрягать не будет. Походим здесь. Вышел как-то покопать. Что-то как-то не то, да? Зато одно радует, я не промокну. Друзья, несмотря на то, что идет дождь, мы что-то все-таки выкапываем, какая-то монета у нас. Что это такое? О! Это, по-моему, юбилейные 20 копеек. Ну да. Как интересно, а? Прикольненько, нормальная такая находка, совсем неожиданная. Ну, отлично, забираем. Вообще в гидрокостюме пофигу вот на все на это, как-то немножечко здесь вода поуспокоилась, и здесь хорошая яма, так что походим здесь, какая разница, я не промокну, а это все мелочи. Продолжаем. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у Деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина, есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работ магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции, действует система Trade-In. Я и сам являюсь клиентом этого магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод PavelS и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Магазин у Деда Мити, ссылка в описании. Так, море бушует, а у нас один из редких чистых цветных сигналов. Смотрим, что будет на этот раз. О! Хрень какая-то. Она не она, сейчас посмотрим. Ну во, что это такое? Непонятно. Обидно, понимаешь ли? Ну ладно. Друзья, смотрите, что нам попалось. Смарт-часы. О, они еще и работают. Отличненько, 7.43. Сойдет. Ну что, сейчас будем мерить пульс. Ну, давно такие хотел. Отличнейшая находочка. Неожиданно. Свежий сигнальчик. Потом разберемся. Ну-ка. Так. Кто-то купался. О, что-то. Все, у меня, блин, пульс пропал. Ладно, потом разберемся, как с ними работать. Пригодятся, в хозяйстве сгодятся.
пока на руке не буду, значит, положу по хабару. Скажем так, находочка не из дешевых. Эти вещи дорого стоят. Ладно, разберемся. А здесь все сгодится. Кто-то у нас снова в ступе лежит. Море немного успокоилось. Можно ходить, а нашел тут яму, вот тут полезно. У нас находки. Ну вот и ключ от квартиры, где деньги лежат. Ну так вот, понемножечку что-то копается. Не сказать, чтобы очень, но вот часики, конечно, эта находочка, блин, не из дешевых. И еще плюс в рабочем состоянии. Ладно, продолжаем копать. Волна идет. Редкая находка, смотрите. Какая-то игла. А, проволоки всякие тут. Ну, жесть, такое вообще оставлять нельзя. Здесь, блин, такое ставишь. Хорошо, что еще никто ноги не пропорол. А может, и пропороли уже. Понятно, что это. Сейчас надо хабарницу заброшу. Потом сбросим куда-нибудь. Жесть, такие находочки, конечно. Здесь, короче, вымыла яма хорошая. Глядим, что будет. Ладно, я вот где ходил, везде сигналов нету, полный космос. А тут вылез, ну правда лезет всякое такое говно, но оно лезет. Полно вот этих сигналов, среди них может попасться что-то интересное. Мы будем надеяться. Вот это относительно море успокоилось, я вам скажу. Это нас радует, можно хоть походить еще как-то. У нас еще один, блин. Похоже, это первый ключ, что я нашел. Вот все развалилось. Вот это от юг. Такой же ключик, как на колечке. Это тоже где-то там было, к слову же, похоже. Такая вещица попалась. Связочка ключей. Хороший признак. Ключи. Квартиры, где деньги лежат. Капелька воды. О, эпическое фото. Очки, очко и тапочки. О, какие. Что-то у нас сегодня везет. На аксессуары всякие различные. Но плавсредство берем. Там какой-то стиль. Интересно, это они звенели или нет? Я думаю, вряд ли они звенели. Хотя, может быть, у них есть какой-то элемент. Значит, что-то другое. Ладно, заберем. Вот так вот море успокоилось. Но волна все равно есть. На ней плещусь. Тут я сейчас буду уже закругляться. Будем подводить итоги. Погодка немножко выровнялась. Это радует. Но, к сожалению, была бы она такая с самого начала, было бы интереснее. Волна не дала нам глубоко походить, но все равно что-то мы достали. Какие-то похожие очки тоже катались, они здесь не дают. О, модные. Вот так. Еще один. Вот такие вот моднявые у нас очечи. Сегодня что за день? Очечь. Что-то здесь написано. Так. Мадеин. Чина. Ну ладно. Очков у нас целая коллекция будет. Будем аукцион устраивать. Очечный. Нет, даже я думаю нет. Будем разыгрывать между подписчиками и хейтерами. Каждый хейтер получит чит по очку. Так, продолжаем копать. Друзья, подъем итоги на сегодня. Успокоилась, но уже все, я уже буду собираться, пойду назад. Что по находке? Вот и какие-то монетки черные попадались. Самое интересное попалось, эти 20 копеек юбилеечка. Надо посмотреть, какого там года. Такие что-то не находил я. Попались у нас очки.
подводные, очки солнечные и находка дня сегодня — фитнес-браслет или смарт-часы, я не знаю, не сильно разбираюсь. Вот, они полностью рабочие. Вон в меню у него есть, то все работает. Потом посмотрим, что делать. Естественно, если найдется владелец этих часов, мы ему их вернем. И объявление тоже куда-нибудь брошим. Вот. Тоже вещь такая недешевая, и для человека это большое неприятное событие — прохлопать такую вещь. Все, на сегодня мы заканчиваем. Я был рад всех видеть. Забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал. До новых, посмотрим интересного фото. Мы еще долго не попали. Все, всем пока.